Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Дистанционные мошенники похитили у кировчан более 1 миллиарда рублей за год. Потерпевшими от IT-преступлений в 2023 году стали 5900 жителей Кировской области. Годом ранее почти на 2000 меньше. Из-за дистанционных мошенников кировчане потеряли 1 миллиард 100 миллионов рублей. Об этом сообщается в докладе начальника регионального ОМВД о деятельности полиции в 2023 году. Раскрыто за год было 725 преступлений, совершенных с использованием информтехнологий. То есть доля раскрытых преступлений составила лишь 14%. К уголовной ответственности привлекли 478 лиц. Экономика. В День молодежи в Кирове заложат первый камень кампуса мирового уровня. Об этом стало известно на заседании комитета по организации 650-летия города. 29 июня в рамках празднования Дня молодежи будет заложен первый камень в основании одного из объектов, который разместится в кампусе. Построить его власти надеются на территории нашего города. Сейчас региональное правительство занимается подготовкой заявки и ведет работу с потенциальными инвесторами. Напомню, одним из ведущих направлений кампуса мирового уровня станет станкостроение. Кампус предусматривает строительство новых учебно-лабораторных корпусов, лабораторий машин с компьютерным управлением движения, промышленного оборудования, промышленной робототехники, электрических машин, а также лаборатории ЧПУ и функциональных материалов. В эфире «Экономика». С 1 марта в Кировской области начнут маркировать рыб и пчел. В этом году вводится обязательное маркирование сельхозживотных. Все владельцы должны будут поставить своих питомцев на учет. Все сведения о животных занесут в специальный реестр. Благодаря этой мере можно будет оперативно выявлять источники и пути распространения заразных болезней, так как все поголовье будет учтено, отмечают в правительстве. Закон распространяется и на личные подсобные хозяйства. Выбрать средство, на которое будет нанесен идентификационный номер, можно самостоятельно. Это может быть обычная бирка, подкожный микрочип, кольцо или ошейник. Маркировать будут не только рогатый скот, свиней и птиц, но также рыб и даже пчел. На каждый улей нужно будет поместить табло с регистрационным номером. Верблюды, которые есть у жителей области, тоже подлежат маркировке. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».